кастинг для нелегалов. Новый метод отбора мигрантов планируют ввести во Франции. Страна не в состоянии принять всех желающих, так объяснил министр внутренних дел Жерар Калон. Пока непонятно, каким критериям должен соответствовать претендент. Чиновник лишь подчеркнул, что в первую очередь должны рассматривать заявки на получение убежища по политическим причинам и ограничить прием мигрантов, которых на переезд толкают финансовые проблемы.